дай ей солнышко. Всем привет, с вами Танай, вы Княша, и сегодня мы будем взвешивать ее еще. Сегодня мы расскажем, как наша кошечка подросла. Ей уже 3 месяца и 1 неделька. Да. Да, Лянушка? Да. Покажи, что ты ей приготовила. Игрушечку, да, да, такую? Да, Сонечка сделала. Вот она маленькая. Просто маленькая, да. Мы ее вот взвесим. Когда мы ее принесли, она у нас весила 780 грамм. Да, да, мы ее взвесили? Да. Мы, конечно, не знаем, какие они должны быть, но, наверное, не маленькая, да? Да. Посмотрим, как она у нас поправилась. И что мы еще сделаем? Послушаем. Ее послушаем. Ой, я послушаю. Да. Давай, сейчас. Вот у тебя котенок. Давай взвесим ее. Подожди, не трогай только. 780 грамм получается. Да, она у нас? Да. Давайте, девочки, выладим. Да? Сейчас я включу весы. Сейчас будет по ноль. Давай, Сонечка, ее. Сейчас, подожди, держи, Улюшка. Давай, кошечку. Вот, сиди, Люсечка. Соня, не труси меня. Сейчас вот сюда нажимаем. Подожди, оно сейчас выровняет вес. 1 килограмм 600 грамм. Что она, килограмм у нас весит? Люся, как такое может быть? Что, правда? Ну да, 1 килограмм 600 грамм. Люся. Так, теперь мы ее послушаем, да? Смотрите, она играется. Ох, и Люсечка. Давай. Она играется, не грызи. Да, ну-ка, стучит там что-то, слышно? Нет. Сердечко стучит? Да ты у нее животик слушаешь, она наела, сейчас там бурчит все. Все нормально. Все нормально? Сонечка, теперь ты. Залазь туда, Сонечка. Сюда надевай. Еще взвесишь? Давай, одевай на уши. Ой, как они правильно называются у нас. Все, взвесила? Да. Улюшка. 76. Ну так и весит она. Так, а ну, Сонечка, взвешивай. Давай, Соня, врач, да? Да ничего не бурчит. Ничего не бурчит и даже не стучит? Да. Ну поиграйся в игрушечку с ней. Давай. Давай, какую ты игрушечку сделала? Давай, там уберем пока что. Давай. Да вот тут, чтобы она ж видела отсюда. Дай, не дай. Да, там есть трусы. Вот, она у нас уже теперь прекрасно прыгает, да? Да. А ну, давай я ей. Я ее. Ой, девочки. Надо, чтобы она заинтересовалась. Апа, ну запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Давай, шустрая, запрыгивай. А дай наши вилки. Наш... Отпрыг. Папа, Соня. Ах, шустрая, да? Она за Улюшкой, да? У нас уже кошки подружились, да? Давай принесем кошку и покажем, хорошо? Да, хорошо. Всем, у кого есть кошка, ставьте лайк. Да, не забудьте подписаться на канал. Кто еще не подписан, да? Да, смотрит. И еще у кого есть белая. Белая кошка, обязательно просто, да, тогда поставить лайк? Да. Давай мы и тебя попробуем взвесить. Смотри, весы настроены. Вот вы играетесь. Давай взвесимся, давай. Ты уже, конечно, большая. А ну-ка, интересно, сколько ж ты весишь? Давай. А ну-ка. А ну-ка, сейчас. Ой, не хочет взвешиваться наша кошечка. Ну, никак. Вот, малявочка играет.
Тёте! Дай тёте! Да, ну-ка, давай её сюда приманим, чтобы она... Аня, дай сюда. Аня, дай. Давай. Опа! Аня, дай. Опа! А ну-ка, споймала. Давай, вот они уже дружат нормально. Давай покажем, да? Улюшка, подожди, не лезь к ним. Убегает, не хочет, потому что это за ней гоняется, да, Люсечка маленькая? Ну вот, показали, да, мы про кошечку? Всем пока!